Юля, привет! Привет! Я очень рада тебя видеть. Рассказывай, что нас ждет. Итак, в 17-м каталоге нас с вами ждет триумфальное возвращение одной всеми любимой старинки экстракта косточек грейпфрута. Только теперь продукт будет с новым названием «Цитра Актив». Ранее он назывался «Цитра Стар». А вот если среди нас есть те, кто не знает об этом продукте, вот буквально пару слов поподробнее. Да, конечно. В составе продукта есть экстракт косточек грейпфрута. Он является источником биофлавоноидов, полифенолов, дополнительным источником витамина С. Обладает антибактериальным и антивирусными действиями, эффективен при респираторных, вирусных и инфекционных заболеваниях. Рецептура продукта сохранена, изменилось только название. Теперь все понятно, спасибо. Что нас ожидает еще? Итак, следующая новинка 17-го периода – это сироп на основе экстракта цветков черной бузины. Я так понимаю, это неспроста. Дело в том, что сегодня бузина пользуется большой популярностью во всем мире, поскольку является натуральным природным активатором иммунитета. Вот так ведь, да? Да, верно? Абсолютно верно. Все дело в ее пигментах – антоцианах, которые стимулируют функции иммунной системы и обладают противовирусными свойствами. И еще несколько слов о продукте. В составе чистый экстракт черной бузины. Новинка способствует повышению защитных сил организма и поддержанию активности иммунной системы. Способствует снижению риска развития простудных и вирусных заболеваний. Это сейчас очень актуально. Конечно, конечно. И также обладает антиоксидантными свойствами. Прекрасно, звучит просто прекрасно. Что еще, Юль? Далее, в 18-м периоде вас ждут два продукта, которые вы все очень ждали и просили. Первый – это витамин D3. Вот здесь, мне кажется, даже много рассказывать не надо, потому что про эту добавку все знают, но разве что вот буквально коротко и пару слов. Конечно. Витамин D3 способствует повышению общего иммунитета, отвечает за нормальное развитие и рост костей, способствует быстрому заживлению переломов, частично регулирует мышечную деятельность и предотвращает слабость мышц. Также он предотвращает хроническую усталость. Практически у каждого второго человека есть недостаток витамина D3, что очень плохо сказывается на общем состоянии организма. Да. Поэтому эта добавка просто must-have в каждой аптечке. Прекрасно. Так, что еще ждет нас в 18-м каталоге? Вторая новинка 18-го периода – это омега-3 Форте. Да-да, именно омега-3. В нашем ассортименте уже есть омега-3,6,9, но теперь у добавки появляется сосед. Угу. В продукте сбалансированное соотношение полезных кислот. А еще я, кстати, знаю, что омега-3 способствует снижению вероятности образования тромбов в сосудах и артериях, способствует снижению уровня холестерина в крови, восстановлению поврежденных стенок сосудов. Также способствует поддержанию общего иммунитета и поддерживает здоровье суставов. И еще положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. В общем, идеальный продукт. Но идем дальше. Хорошо. Дальше мы с вами переходим немножко в 22-й год, и я расскажу вам, во-первых, три периода и наши интересные новинки, которые нас ждут. Угу. Новинка первого периода – это гепата Форте. Это смесь масляных экстрактов для поддержания печени. В непростой жизни современного человека, наполненной рафинированными продуктами питания, искусственными добавками, печень принимает на себя значительные нагрузки. Поэтому в продукте содержатся сбалансированные экстракты овса, одуванчика, лопуха, тысячелистника и перечной мяты. Такое сочетание помогает поддерживать работу печени, а также устраняет нарушения в ее работе и в работе поджелудочной железы. Так, и у нас еще впереди две новинки, которые особенно порадуют родителей. Я права? Да, абсолютно. Эти две новинки, мне кажется, сегодня хедлайнеры нашего выступления. Все верно. Последние два продукта, которыми хотелось бы уделить сегодня внимание, это продукты для наших с вами деток. Они выйдут в третьем периоде. Это вкусная омега-3 с глицином и витамин D3. Про их действия рассказывать не буду, потому что оно такое же, как и у взрослых аналогов, но с детскими дозировками и в более интересных формах. Вкусная омега – это жевательные капсулы со вкусом клубники и банана. В составе оболочки капсулы присутствует глицин. Всем известно, что он полезен для мозговой активности малышей и нормализации психоэмоционального состояния. Это как раз тот случай, когда помимо пользы вы учли еще и форму выпуска продукта для того, чтобы ребенку было проще предложить тот или иной витамин, правильно? Да, абсолютно верно. Прекрасно. А, например, в детском варианте D3 форма продукта интересная капсулами твистов, которые похожи на рыбок. Их можно просто запивать водой, но если ребенок не любит выпивать готовую капсулу, да? То ее можно открутить хвостик и добавить сам витамин прям в кашу, либо в какой-нибудь прием пищи, и тогда вы учитываете витамины
делайте питание сбалансированным. Чудесно, это чудесный ход, спасибо за него отдельное. Да. И на этом мы заканчиваем с вами обзор новинок, но я бы хотела рассказать про еще одну новость. Мы в нетерпении. Это продуктовые корзины. Наш ассортимент активно расширяется, и мы понимаем, что становится сложно сочетать все добавки между собой, поэтому мы предлагаем вам продуктовые корзины по типу направленности действия. Например, иммунитет, здоровый сон, похудение, детокс, женское здоровье и другие. Для вашего удобства каждая корзина будет сопровождаться списком продуктов, возрастными ограничениями, способом приема и курсом. Чудесная, чудесная новость. Спасибо за нее большое. И вам, дорогие зрители, спасибо большое за интерес к нашей категории, за внимание и всем здоровья. Еще раз спасибо, Юль, до встречи. До свидания. До свидания.